Дамы и господа, мое вам здравствуйте. Продолжаем турик. Смотрите, как оборону радует. Нападающих не радует только, да? Короче, фиолетовый центр. Я, ребят, решил моно прям пойти. Здесь у меня в моно мелия без эмок. Все остальное вроде на эмках. Так, ну комбим потихоньку. Пробуем желтые камни подсобрать. Вот так. Так. Ну, давайте одним камешком звезданем. О, еще идет один. Ну все, мы тут его заберем, наверное, да? Давай так. Пойдет. Он моно рулит. Так, мне тут подсказали, Бертульф он апает с камней урон больше. Мелия тоже с камней урон. То есть бить-то я сильнее сейчас не стану. Джариф больно бьет. Вообще никакой урон. Но это по двоим бьет. Давайте так. Чисто для профилактики по двоим звезданем. Так, надо сейчас, чтобы желтые камни соединились, должно больно ему быть. Так. Положили одну. А ну. Криты. Работают криты. Так. Тихо. Да ёшкин кот. Сейчас они еще разберут меня на двоих тут. Так, еще одним камешком. Оп. Не, ну тут забираем. Понятно. Так, противоцвет будет еще? Будет, ребят. Давай моноцвет. День моноцвета. Во. Три пня. Три пенька. Так, прокидываем. Что за фигура такая получилась? Фиолетовый кристалл вот так будет, да? Давай ей в душу. Отлично. Вообще зашло, пойдет. Так, мелия, криты. Эх, не хватило никому. Ладно, пеньки, думаю, разберут сейчас. Так, который поменьше пень? Вот этот. Раз, два, три. Отлично. Ну, ко мне как не в себя опять. Ну, тут все плохо. А нас много боли ожидает. Довольно сложный соперник. Мощи не хватит мне. Как интересно, камешки стоят. А ну, поформируем. Вот так делаем. Что у нас будет? Желтый, 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 желтый. Что тут ничего не собирается, да? Кстати, не вижу, ребят. Снизу тройка не то. Давайте четверку соберу. Блин, просмотрел наверняка, да? Красивый ход. Может, придет желтый еще один, а? Тоже плохой ход. Все хреново. Стопудово, короче, поторопился. Ладно. Может, камнями выбьем. Так. Не жги ману. Пойдет, может быть. Получится еще. Ну давай аккуратненько. Вот так одним камнем она не зарядится. Нет.
комбит. Одного миньона поставила. Так, соберем. Тихо. Вакас. Подрубили ману. Планшет. Не убирайте у планшета ману. Да ё-моё. Только у них его убрала. Имбейшая, конечно, эта карта тоже. Да опять у него ману сосанули. Скрипты в действии. Компьютер играет. А лучше игрока. Теперь слева ману подрубили. Да все это похоронка, короче, ребят. Выходим, мне кажется, вот так. О, мы заберем еще одного. Попробуем камнями его забрать. Тут еще одного попробуем минусануть. Нет, камнями не забрал. Ну так хотя бы, и то вперед. Да дубль 2, ну давай попробуем. Вот ты думай, что лучше прокинуть тут. Ну давай прокинем. Еще прокинем. Ну, полетели. Сейчас где ману опять будет подрубать, будем смотреть. Как это она делает, а? Ладно. Есть контакт. Так, тут корешок попробуем сбить. Три раза, да? Так. Я думаю, так сделаем. Трешечку кинем. По всем. И вот так погнали. Ну, тут разрешилось. В предыдущем бою моя поляна была, я проиграл там, конечно, явно. Где-то затупил. Так. Ничего не делает. Все, забрали. Так, идем дальше. Последний. Кто у нас интереснее тут бывает? Да не, нормально, пошли. Угу. Ну так вроде полянка красиво делается. Так. Теперь так вроде неплохо. Ну, мало камней. Ну фиг знает, давайте так соберем. Вот сильно на желтый, чтоб пришел где-нибудь.
О, нету. А еще? Он еще раз будет ходить. Отлично. Просто прекрасно. Еще и миньонов поставил. Так. Всех укусили? Нет, одного не укусили. Двух не укусили. Отсутствие камней, конечно, сильно огорчает. Ну, вот так под этими нет. Мало урона. Ну ладно, хоть так ничего не сделает. А что, это по двоим бьет, добивает, наверное, да? О, один хп. Вот такой денек, ребят. 90-й левел наверняка у ребят, да? Ой, 60-й. Тяжело пробивается. Да. Вам удачи, ребят. Пока-пока.